11 февраля у озера Торфянка на Патрогле состоялся большой городской праздник фестиваля зимней рыбы «Корюшка и Ко». Главной точкой притяжения стала зона мангалов. Здесь шеф-повара ресторанов-участников фестиваля вместе с известными жителями Владивостока готовили корюшку свежего улова. И когда полюбили эти фестивали мы, их полюбили гости, которые приезжают к нам в гости. Ну, а у нас появились дополнительно несколько хороших праздников, когда можно объединиться большой компанией, вкусно приятно провести время, вкусно накормить гостей. Это же про нас, про Владивосток. Мы гостеприимные. Городской праздник стал кульминацией гастрономического фестиваля и открыл обратный отсчет до его завершения. Все желающие смогли насладиться вкусом жареной рыбы, принять участие в фиш-баттлах, танцевальном флешмобе и других развлечениях. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.